Вектомид нужен? Давайте. Левая нога к себе, правая колено. Растираем. Вдох, рука правая, выдох, рука левая. Правая сюда. Вдох, правая, выдох, левая. Правая снизу. Вдох. Правая, выдох. Три по бокам. Правая сверху. Правая снизу. По бокам. Правая сверху. Правая снизу. По бокам. Правая сверху. Правая снизу. Вдох, рука левая, выдох, рука правая. Левая сила. Вдох, рука левая, выдох, рука правая. Левая сила. Вдох, рука левая. Спокойно дыша, три движения по бокам. Левая сверху, левая сверху. По бокам. Левая сверху, левая снизу. По бокам. Левая сверху, левая снизу. И по бокам. Пока завершим, ногу поставим перед собой, будем голову перекатывать лежа. Берем сейчас под колени, пятки на весу, аккуратно позвонок за позвонком сюда. Положили, колени сделали вместе, ступни удобно, но они, по идее, чуть шире таза, носки вовнутрь. Ладошки вниз, мягкие перекаты головы, чуть в одну сторону, чуть в другую сторону. Не до предела. Перекатываем. Начинаем наблюдать за дыханием. Вдох в течение переката налево. Выдох при перекате направо. Вдох налево, выдох направо. Добавляем про себя счет до 4. Укладываемся перекатом в интервал времени, равный 4 подсчетам про себя, как в одну, так и в другую сторону. Вдох при перекате налево, выдох в течение переката направо. Чувствуем глаза, расслабляем глаза. Глаза как будто постоянно смотрят вверх, оставаясь на месте. А голова перекатывается относительно глаз. Либо то же самое объясню по-другому. Голова идет налево, глаза идут до упора направо. Голова идет направо, глаза до упора налево. Они движутся в противофазе, но остаются на месте. Помним про счет до 4, чтобы
выкладываемся перекатом в интервал времени, равный 4 подсчетам про себя, как в одну, так и в другую сторону. Постепенно начинаем укорачивать амплитуду движения, перестаем считать про себя до 4, перестаем связывать вдох и выдох с движением переката. Голову остановили, колени сделали на ширине таза, правую ногу прижали мы к себе, левую ногу подняли вверх, левый носок острый. По отношению к полу левая нога 60, 45, 30, 15, 10, 5. Голову поднять, носок на себя и пятка. 10, 15, 30, 45, 60, 90. Опустили затылок, перехватили. За левую ногу подняли правую ногу, правый носок острый. Правая нога по отношению к полу 60, 45, 30, 15, 10, 5. Голову подняли, носок на себя и пятку. 10, 15, 30, 45, 60, 90. Опустили затылок, ладони под колени. Присели. Правую ногу разгибаем. Переходим в описание головой вниз. Ноги немножко согнуты. Голова свешивает. Шея у нас расслабляется. На вдохе мы чувствуем все тело. На выдохе внимание из головы вниз. Из рук вниз. Из ног вниз. Здрасте, здрасте. Сквозь земную толщу к земному ядру. Да, ой, клоните, располагайтесь. Отвисаем. На вдохе мы чувствуем все тело, на выдохе внимание из головы вниз, из рук вниз, из ног вниз. Сквозь земную толщу и ногу вдох. Чувствуем, где находится правая нога, отшагнули правой ногой назад, оставили ее за колено, носок на себя. Левая нога, носок на себя, основание пальцев под ноги, на ширине таза. Несколько раз делаем спину круглой, для этого руки согнули, сместились назад, накопились на прямые руки, округлив спину. Вдох, сгибание, смещение в сторону колени и ступни, выдох, накатывание на руки. Чувствуем мышцы в грудном отделе позвоночника. И, соответственно, спину в грудном отделе. Вдох назад, выдох. После очередного округления спины становимся круглой спиной. Загрузили руки, головой тянемся в живот. Сами поверьте, чтобы руки были под 90. Да, отлично. Держим. Сильно давим. На выдохе давление усиливается. Помогаем себе еще коленями и ступнями, чтобы сильно-сильно спину округлить. Макушкой тянемся к копчику, взглядом в область внешней брови. Язык во рту свободно,
попробуем представить, что нам удается повернуть зрачки в сторону затылка. И через затылок, как через увеличительное стекло, разглядеть анатомическое строение лица и копчика, как будто мы обладаем рентгеновским зрением. Глаза у нас словно бы провернули зрачками назад, и мы как будто через затылок направили взгляд в район лица и копчика. И нам удалось посредством рентгеновского зрения рассмотреть анатомическое строение лица и копчика. Обратно вниз. Согнули руки, переместились назад, накопились на прямые руки, головой потянули вперед. Пытаемся в плющий коврик до толщины петрарного листа. С каждым выдохом увеличиваем давление. Чувствуем, где находится левая нога. Подшагнули левой ногой вперед, правой ногой вперед. Ноги на ширине таза у нас. Ноги полностью по колено прямые. Отнесем вниз. Голова на плечо совершенно расслабляется. На вдохе мы чувствуем себя от копчика до макушки. На выдохе внимательно сгибаем вниз. Совершенно напряжена, можно немножко головой подключать вперед. Потихонечку присаживаемся и левую ногу вытягиваем. Левая нога уходит вперед, носок на себя. Беремся за правую ногу и начинаем правую ногу вверх, вдох. В конце немного к себе, выдох к себе. Да. Контроль левой ступни, носок на себя. Так несколько раз, не спеши. Вверх, вдох, к себе, выдох. Вверху мы ногу зафиксировали, посмотрели на левую ступню, потянули носок на себя. Дальше глаза полуприкрыты, либо закрыты полностью. Если полуприкрыты, то видна светлая полоска. Расслабили мышцы лица, мышцы щек и челюсти, улыбнулись. Во рту кончик языка касается десны за передними верхними зубами и изнутри ротовой полости. Мы это замыкание чувствуем. Внизу в глубине таза подтянуты мышцы промежности анального сфинктера. И они остаются зафиксированными. На вдохе мы чувствуем лоб, на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего туда внимание. Улыбнулись глаза, перекат аккуратно. Левая на колено правая, правая на икроножную мышцу, ногу вверх, так, чтобы пальцы правой оказались под коленом. Немножечко покачиваем, расслабляя правую спину. Нога перекатывается по ладошке по правой. Теперь носочек на себя правый. Взяли за левую. Начинаем работу с левой. Движение вверх. Вдох. Движение на себя. Не спеши.
твой правый стоп. Да. Глаза. У нас. Прикрыты. Видна светлая полоска. На вдохе мы чувствуем лоб, на выдохе внимание туда, где тянется седьмой седьмой. Мы помним про языковое замыкание во рту и подтягивание промежности анального сфинктера. Улыбнулись, глаза открыли, ребята. Поставили правую руку на колено. Левую позвоночную мышцу, ногу вывели, качнули. Левую у нас наружу. Да. Отлично. Да. Теперь руки вокруг таза, носки вперед, таз вверх, грудь расправить. Все, остались в этом положении. На вдохе мы чувствуем руки и ноги, в конце вдоха поясницу. На выдохе внимание от живота, распределяем колени к ступням, груди к лицу к макушке. Пока что это все. Посмотрите вперед, руки немножко согнуть, и среднюю часть спины, среднюю часть спины. Тянуть вниз, поясницу. Таз на весу, левый носок на себя, правая нога вверх, да, левая нога прямая, отлично, носок на себя левый, без удара, левая. Правый сильнее на себя. Ступня к полу, и таз мы вперед не выводим. Левая нога согнута, правая поднята. Левая. Вниз. Правую ногу мы согнули, делаем поменьше лишних движений. Выходим мы в отвисание, будем с вами покачиваться, отвисать ноги на одной линии носочки. Качнуться назад, ноги выпрямить, носки на месте, левый выдох. Качнуться вперед, ноги немного согнуты. Назад, выдох, вперед, вдох. Не спеши. Весь тело к левой ступне, весь тело к правой ступне. Вдох налево, выдох направо. Голова вверх, вперед, это вдох. И три покачивания к себе, вот себя на выдохе. Потянуться лицо вверх. И три покачивания на выдохе, расслабляя шею. Вдох. Где находится нога у нас. Левая, отшагнули на руку, поставили ее на колено. Правая, на колено. Носочки острые вместе, между коленями примерно одна ладонь шейма. Ягодицы рядом. Руки вперед, голову вниз. Руки расслабить и согнуть немножко локти. Все, остались, я посмотрел. Отлично, отлично, отлично.
Как мы работаем со своим вниманием? На вдохе мы чувствуем живот, на выдохе – поясницу. Пробуем представить, что в глубине живота большой красный шар. Большой красный. Почему примерно с мячик для большого тенниса. Он жаркий. От него идет ощущение мощного тепла в поясницу. И на вдохе шар в глубине живота делается ярче, еще краснее, а на выдохе еще горячее. И в поясницу. И одновременно с этим шаром в глубине живота, который на вдохе делается ярче и краснее, а на выдохе горячее, и посылает тепло внутрь в поясницу, мы представляем, что в район поясницы светит мощное солнце, как будто в полдень мощное солнце освещает вам поясницу, ее согревая. Все, держим, дышим. Сохраняя ощущение тепла в глубине живота и поясницы, поднялись на четвереньки. Ноги сделали на ширине таза, ладошки плотно прижали и пятки потянули к полу. Таз выводя вверх. Так. Начинаем мы переступать со ступни на ступню, с носочка на пяточку, чередуя движение ног. То одна у нас согнута, другая дотягивает, то другая. Вдох, переход, выдох, дотягивание пяток. Так, делаем. После очередного сгибания любой ноги, согнутое колено мы ставим, носок делаем острым. Другую ногу подтягиваем, носочек делаем острым. Колени вместе, носки острые, чередуем. Подныриваем мы, как будто под воображаемую планку. Грудь расправляем, а потом под колени накатываем в ладони. Движение от колен к рукам, это выдох. Не спешим. После очередного пробега мы остаемся продумавшись. Взгляд до упора вверх. Язык понёк назад. Тянем связку под языком. На вдохе мы чувствуем макушку, на выдохе копчик. Сместились ноги. Под колени на задницу ладошки. Руки перевести на кончики пальцев. И еще сильнее здесь.
На вдохе не чувствую жопы, на выдохе внимание в глубину живота и таза. Ладошки сильные, если пальцы на руках растопить, а ладошки плотнее прижать. Пальцы еще сильнее растопить и еще сильнее ладошки прижать. Совсем сильно пальцы растопить, совсем сильно ладони прижать. Расслабляем на кисти, колени делаем на границе коврика. Носок носку, ягодицы к пяткам, корпус вперед вниз. На вдохе мы чувствуем паховые связки, на выдохе таза медленно суставы. От колен к рукам. Колени сделали чуть уже, носочки на себя, подсогнули ногой правой, подсогнули ногой левой. Руками мы отталкиваемся от ног, на вдохе потянуться вверх, на выдохе постараться зацепиться ребрами за бедра и пойти корпусом вниз. Так несколько раз. Вдох вверх, выдох, вытяжка. После очередного движения вниз, остаемся, тянемся вниз. Сгибая левую ногу, высаживаемся, выводим левую ногу вперед и разберемся мы за правую ногу. Когда будем ложиться, таз вверх мы не поднимаем, мы аккуратно придерживаем. Ложимся, кладем затылок, левую ногу вверх, носок острый. Без удара пятки перекатываемся. Движемся за правую. Сместиться назад, ногу поднять, это вдох. После очередного движения вперед, положение ног мы меняем. То есть правая вперед, чуть качнуть ступнями. За левую ногу взяться. Аккуратно ложимся, ногу выводим по 90, вдох. Вперед, без удара пятки. Помним про положение ступни. Когда назад носок острый, когда вперед на себя. Ну, после очередного движения назад мы остаемся на спине. Ладошки на колени, колени в стороны, к себе, вместе, от себя. Это выполняем несколько раз. Концентрируемся в глубине таза, бедренных суставов.
потихонечку заканчиваем, беремся под колени, присаживаемся, ноги на весу, носочки у нас острые. Раз, так, так. Теперь мы носки на себя и икроножные мышцы параллельно обуви. Ладошками даем в колени. Под колени, снова делаем носки острые, глаза закрываем, вспоминаем, как выглядят ступни, чувствуем ступни тела, на каком расстоянии от тела, на какой высоте от пола, чувствуем ступни, вспоминаем, как ступни выглядят, смотрим на ступни, да? Ставим ступни, и головой под колени, ладошки на колени, плечи вверх-назад, и правую ногу положить, перейти на основание пальцев правой ноги, левая нога, правое колено, рукой правой, да, тянем одновременно пятку. На вдохе мы чувствуем с вами все тело, на выдохе правую половину тела и правое колено поставили, левую ногу вывели. Левый носок на себя, правую ногу вывели. Левое колено подняли. Рука правая на ладошку, рука левая на бедро, тянем пятку к полу, колено к полу, пятка и колено примерно на одной высоте, и одновременно тянется на левой ноге и пятка к полу, и колено к полу, а корпус вверх вниз. Вдох все тело, выдох левая половина тела и правая половина. Аккуратно колено поставили и перешли на 4. Оба колена подняли вверх. И лобковая кость потихоньку тянулась к кубку, чтобы убрать поясничный край. Весь тело к левой руке, носки разворачиваются направо. Правая рука выходит вниз. И перешлились, и потянулись вверх. Тело на основании пальцев ног, живот вниз, а правой рукой поднимаемся. Потянулись ее за спину. Плечо правое поднимаем. Аккуратно. И на правую руку. Левая. Старались себя растянуть между руками. Посмотрели снизу и ладошка вот. Потянулся левую руку вперед, вперед на основании пальца. Левая рука за спину, плечо чуть ниже. Аккуратно поставим колени. Левая подошва у нас стала на коврик. Правый носок острый. И загружаем внутренний бедро ступни на правую ногу. Правую руку на колено, левая сзади на правую пальцы. Потянули подъем правой ноги. Аккуратно вниз. Положение ног меняем. Переход. Левая на колено. Правая на подушку. Левый носок острый. Левая рука на колено, правая сзади на твердые пальцы. Загрузив внутреннее ребро, потянуть подъем.
опирай на предплечье, делай колени вместе, носки на себя и лобковую кость потянули. Проверяем локти, локти не растопыриваются в стороны. Проверяем лобковую кость, она будет ритмично пробита. И колени пробиты макушкой. Отлично. Выше, выше. Правую ногу поднимаем, носочек острый. На вдохе мы чувствуем живот, на выдохе внимание к глубине живота и таз. Вдох, живот, в животе тепло. На выдохе тепло из глубины живота в глубину таза. Левую подушку поставили, ручки вместе на кончик пальцев, правая нога вверх. Поясницу сделали смогу, большие пальцы на ногу. Вес тела перевести к правой ноге, левую ногу поджали, левый носок острый, бедро ходится. Стараемся правую ногу выводить. Потихоньку поднимаемся вверх, левое бедро выводим вперед. Посмотрели вперед. Все, дышим. Мягко дышим. Ну, отлично, молодцы. Руки на кончике пальцев. Переходим на основание пальцев правой ноги. А левую ногу выводим. Так, да. Правая сторона. Правая рука. На левое колено, левое сзади на твердые пальцы по линии ягодиц. Помним, не на основании, но на кончике. Потянуться макушкой вверх, закрутиться. На вдохе мы вытягиваемся вверх, на выдохе закручиваемся. Нога с одного седла. Переход вперед, руки поставить на кончик пальцев, левая нога правая. Спину сделать круглой в пояснице, большие пальцы в воздухе. Весь тело к левой ноге, правую ногу поджали. Правый носок острый, бедро корпуса. Раз. Потихоньку поднимемся.
чувствуем глубину живота и таза. Сейчас выйдем на основание пальцев левой ноги. То есть правая нога сразу пойдет у нас вперед, левая на носок, а правая нога вперед. Левая в сторону. Вниз. Вправо. Пальцем руки. Хотя бы на секунду. Четвереньки и четверенек мы перемещаемся на правый бок. Правая рука у нас будет под затылком. Подошвы ног вместе. Верхней ногой будем давить, нижней сопротивляться. Постараться подошвы сделать вместе мы на правом боку. Подушечки больших пальцев и подушечки мизинцев вместе. Взгляд в направлении правой брови. На вдохе мы чувствуем левый бок, на выдохе правую подмышку, правую локоть. Меняем положение тела, перемещаемся на левую руку. Левую руку. Выводим руки вперед, локти прямые, правую руку поднимаем, пальцы растопыриваем, левую ногу поднимаем, прямую руку в колени, носок на себя. На вдохе мы чувствуем правую руку, особенно растопыренные пальцы, на выдохе левую ногу. Положение подняли, левую подняли, правую ногу, носок на себя. Макушка тянемся вверх. На вдохе левая рука, на выдохе правая. Левая подушка в пол. Правую ногу опустили, правую руку подняли, большой палец вперед. Левую ногу подняли, постарались пальцы растопырить, носок резко. На вдохе левая нога, на выдохе правая рука. Положение меняем, правая, левая, большой палец. Правую ногу подняли, ставим пальцы. Да, вдох, правая нога, выдох, левая. Вытяжка. Закрыться, протянуть себя вперед на выдох. И снова. И поднимаемся мы на 4. Ноги на ширине таза. Локти согнуты по 90, локти вплотную к корпусу. Плечи вперед. Можно остаться на коленях, можно колени поднять. Аккуратно колени расставили, сделали шею вверх и на 4. Поправились на 4. Сейчас мы с вами сделаем выдох через нос, вдох через нос, потом громкий выдох через рот. Задержим дыхание после выдоха и начнем втягивать живот и вытягивать, не делая вдох. После нескольких раз, там, от 3 до 11, либо может вам получится сделать 20 раз. Втянуть живот, выпятить, втянуть, выпятить, втянуть, выпятить, после выдоха. Сделать вдох и восстановить дыхание. Делаем вместе. Выдох через нос, вдох через нос.
выдох через рот. Подтянуть, выпятить живот. Подвернули вверх. Грудь. Расправили. Макушки тянутся. Взгляд в межброви, зир по небу назад. От макушки до копчика представляем огненную, полыхающую дугу пламени. На вдохе эта дуга вспыхивает ярче, светится сильнее, на выдохе гудит громче, вибрирует интенсивнее. От макушки до копчика дуга пламени. Горящая, полыхающая дуга пламени. Вдох светится ярче, сильнее, на выдохе гудит громче, вибрирует интенсивнее. И обратное движение. Руки согнули, сместились назад и под колени накопились к рукам. На вдохе мы чувствуем лоб, представляем в области лба мощный источник белого света, особенно в межброви. И на выдохе плотный луч белого свечения в глубину живота и таза. Острые, взяв за икроножные мышцы ступни по бокам от таза, попытались сесть. Так, пятки по бокам. Руки, кулаки. Кулаки вертикально упираются в бедра. Подтянули промежностиональный сфинкс и пупком мы наползли вертикально стоящие кулаки. А голову свесили, шею расслабили. В области пупка возникнет сильная пульсация. Мы ее наблюдаем себе. Дышим. Пятки попытались дотянуть до клуба, вытягивать таз. Сейчас мы сделаем выдох через нос, вдох через нос, а потом выдох через рот. Втянем живот и не будем дышать. Когда сделаем вдох, сделаем вдох и скажем «Есть вода», чтобы я услышал. Делаем 200 выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот. Живот втянули, втянутый живот держим, смотрим на ступни. Когда сделаете вдох, каким-то образом дайте держа. Хорошо, колени мы сделаем вместе. Пяточки вместе, носки острые, аккуратно сели, сзади руки перекрестили, неважно какая ближе, главное, что мы попытались взяться за большие пальцы ног, указательный средний, большими пальцами разноименных рук, то есть правая за большой палец левый, левая за большой палец правый, бок
главное, чтобы здесь руки были перевинчены, внимание на позвоночник. Аккуратно руки освободили. Подшагнули ногой правой, подшагнули ногой левой. Ноги в ширине таза. Оттолкнуться, посмотреть вверх. Потянуться по ногам вниз. Дыхание ровное. Носочки на себя, лицо. Носки к полу, пальцы за пятки. Насколько получается как будет. Пальцы перед ступнями, лицо. Ладошки под стороны, насколько получится. Указательный средний, большие пальцы, руки, большие пальцы ног, локти в сторону. Потихонечку сели, ноги проехали друг друга перед собой, чуть согнуты в коленях, на ширине таза. Взялись за ступни сверху, несколько раз мы понаползали ребрами на бедра. Выдох, назад. Голову свесить, шею расслабить. В этом положении мы остались. Так. Удлиняем мы выдохи. На вдохе мы чувствуем область между бровей, и на выдохе внимание туда, где тянется, вниз. Туда, за ноги спину назад. Ладони под колени, голову. Плечи вверх назад. И мы с вами ступнями вперед ложимся на правый бок. Бедра в отношении торса 90. Икроножный мышц 90. Бедра. Левая подошва поверх правого подъема. Колени на одной линии. Левая не втягивается в таз. Правой рукой зафиксировали колено. И левой рукой потянулись налево в сторону. На вдохе нужно будет чувствовать левую руку, а на выдохе левой ступней давить правый подъем. Носки до себя. Носки до себя. Раз. Левый носок давит на правый носок. Левый носок, основание пальца, давит на правый подъем. Да, хорошо, понятно. Пошлепайте правой рукой по основанию пальца левой ноги.
я удивился вашей сообразительности до глубины души. Так. Да, глубина моей души безгранична. Вот. Вдох, рука, которая вытянута в сторону, это левая. На выдохе левой ступней съедаем правый подъем. Тогда оно смысл нет. Тогда оно отдается в низ поясницы и в крестцовую область. Сейчас все то же самое, но делаем зеркально. Это ложимся на спину, раз. Оба колена перемещаем налево, два. Бедра в отношении торса 90. Проверьте икроножные мышцы, бедрам тоже 90. Посмотрите на правое колено строго над левым, не втягивается в таз. Правой подошвой нажали на левый носок. Левой рукой взяли за правое колено. Правую руку вывели направо. На вдохе рука правая. На выдохе правая подошва дает левый подъем. Так. Другому немного, да? Встал. Да. Хорошо. Все. Держим. Давление непостоянное. Вдох. Рука правая. Ступни немного расслабляются. А выдох. Ближе к тазу, пятка к пятке, колени в стороны, носок к носку, соответственно, руки кладем на бедра. И снова нужно будет вниманием управлять. На вдохе нужно живот надуть, руки расслабить. На выдохе живот расслабить, а руками сильно надавить на бедра. В этом районе не совсем в паховой связке, а чуть ближе именно к поверхности бедра. Потом на вдохе руки расслабить, живот надуть. На выдохе руками надавить. Так, держим. Вдох у нас. Надувается живот. Выдох, упираются руки. Руки снизу под бедра, колени сделали вместе, прижали ноги к себе плотно, затылок лежит, качнуться чуть налево, качнуться чуть направо, поднимая мышцы позвоночника. Так, мы работаем. Чуть налево, чуть направо. Thank you.
достаточно, серединка, ноги вытянули вперед, ноги прямые, носки на себя, ноги на шее, нет, даже. Руки над бедрами, голову подняли, кисти на бедре. И тянемся пальцами рук, параллельно бедрами, ступням. Потихонечку выпрямите сильнее. Ступни ног сделали вместе, икроножные мышцы бедра 90. Перехватили за ноги. И тянем голову вперед. Ладошки, колени, плечи вверх-назад, ноги на носки, колени в стороны, руки перед собой и пятки к полу, корпус вперед вниз. Все снизу подтянуть. По возможности пятки либо стянутся, либо ставятся на полу. Назад и правая нога вперед. Носок на себя. Сиди. Левая часть правая. Левая сзади. Левую ногу делаем поближе, правая нога перед левой. Право. На руках указательные большие пальцы. Лицо расслабить. Почувствовать уголки губ, улыбнуться. В начале вдоха мы чувствуем указательные большие пальцы. В конце вдоха область между бровей. И на выдохе, внимание, из межбровья сквозь грудь, глубину живота и таз. Еще раз вместе, а дальше нужно будет самостоятельно это отслеживать. В начале вдоха на обеих руках указательные большие пальцы. В конце вдоха межбровья. На выдохе, внимание, от межбровья, а оттуда в глубину живота и таз. И потом снова указать небольшие пальцы, межбровья и на выдохе сквозь грудь в глубину живота и таз. Настраиваемся мы на то, что когда мы глаза откроем и пальцы разъединим, сознание будет чистое.
ясное. Чистое и ясное. Чистое и ясное. Голова светлая и легкая. Светлая и легкая. Светлая и легкая. В теле начнет ощущаться прилив жизненных сил и бодрости. Жизненных сил и бодрости. Жизненных сил и бодрости. Настроение будет прекрасное. Самочувствие великолепное. В теле у тебя обязательно начнет ощущаться. Начнет ощущаться у тебя обязательно. Обязательно у тебя ощущаться начнет освежающий прилив жизненных сил и бодрости. Бодрости – это хорошо, это правильно, это приятно. Глаза, не открывая, пальцами разлепили и сильно растерли руки. Глаза закрыты, а руки сильно растираем. Еще сильнее растираем. И совсем сильно мы растираем руки, накладываем ладошки на веки, без давления. Видим темноту перед собой. Видим, что темнота обладает небольшой глубиной, как будто слегка отодвигается из глаз. И мы ладони проводим к макушке, а дальше к затылку, глаза при этом открываем. Руки на горло. Одна ближе, другая сверху, на пупок, поясница к почкам, колени. Ну что ж, на этом мы завершили.